смотри сериалы, кино. Скидки в такси, конечно, бери. Под рукой всегда музыка. Это Яндекс Плюс и мобильный оператор. Я могу с вами сфоткаться со всеми? А, смотрите, что мы делаем. Вы все сюда показываете факт. Я фоткаюсь на этом фоне. И вы в комментариях пишите, кто здесь. Все отмечайтесь. У меня в комментариях... Рустам отметит всех абсолютно. Да, погнали. Даже кто вот в том доме. 11 октября выступал Мияги, Энди Панда, The Limbo, Трувер. Все. Ты прям на позитиве, да, у нас выпуск начнется прям? Думаю, да. Ну да. Они вот приехали, да, да. Пьяная молодежь уходит, да, да. Заставляли танцевать, кричать, кричать. Является причиной разврата, да. Да, все понравилось. Выключай, выключай. Скажите. Я тебе сейчас другое скажу, по-другому, по-другому. Я сам будто себя наказал этим непониманием, е-е-е. Перестал себе тупо доверять тебе, зустали, жаловался на людей. Караван горемел и негодяй, потешал себя баснями о воде. Но то были миражи, ты покаяние мое, найди-ка меня скорей. Пустынями верными я кочевал, до песок глотал следы. И не надо быть тут пророком, чтобы понимать суету беды. Сам приволок эти плечо мыслями, выстрелами судьбы. Убивали во мне этого бога, чё по сути был поводы. Чё, кому-то привет хочешь передать? А Деми? Кому? А Деми? Демио? Мазда Демио? Ладно, мой брат Азат. Кого? Азат. Асфальт? Одиссей? А чё он не на концерте? В Америке. Он кайфует, наверное. A$AP Rocky слушает, Eminem, Black Eyed Peas. А ты, получается, кисло-сладкий здесь слушаешь, да? Да, Мияги. Бона. Всё, ладно. Спасибо. Не вырезайте меня. Как какой-нибудь этот, деревню? Давай, если ты споешь, точно не вырежем тогда. А если я накосячу, там автотюн? Скорее всего, тогда точно мы оставим, да. Ты поешь или просто что-то тихо там пищишь? Салам алейкум. О, салам алейкум. Чё там, как чё там, там как там вообще у мы тебя? Мы ждём, короче, пока Мияги выйдет, раскачает. Там ревели горы, мама. Yeah. Ганджа пела, дари, дари, дэй. Я погибал на пляже в окружении друзей. Они грели меня смехом, по неволе не хотел. Закрывать глаза, ведь это пати королей. Мияги должен с тобой гонораром поделиться. Бля, стопудово? 15 сом на морожку нормально будет. Учитывая то, как ты пел, это много. Блять, ладно, за жвачку пойдет. Сейчас мы с тобой расплатимся, давай, тогда давай, сразу. Ай, блин, жалко, конечно. А! Ебать, ну, блять, она уже грязная. Это твой, как и твои песни все, между сука, прочим. Ну, ладно, на, ладно, твой Зарик, так. Все. Я привет не хотел передавать, я хотел на ваши вопросы хорошие ответить. Закончились уже, блин. Братан. Раньше бы подошел, блин, сразу бы задали. Просто ответ скажи, а я придумаю вопрос. Сегодня утром. Когда ты надел стринги? Ай, залетело. Нормально? Нормально, братан. Все, ты погнал? Да, да. Да, давай иди переоденься, а то ходишь в этих стрингачах. Давай, давай, давай. Че, брат, прилетел? Да. Можно сфоткаться, типа, мы кинты? Давай. Где новый выпуск? Че? Где новый? Извини, тут пришла, спрашивает.
Сейчас с тобой сфоткаемся. Ну ладно. Ты хотела заплакать внезапно? Мы кенты. Чего? Типа мы кенты. А, давай. А какая кентовская поза есть? Вот так. Это не по-кентовски. Ну давай я тебе на ногу харкну просто. Типа настоящие кенты. Где новые выпуски? Сейчас мы что делаем? Снимаем. Какой выпуск, как думаешь? Новый. Новый? Сама где работаешь? В образовательной, как это называется? Курсы чего? Немецкого. А немецкий нам тогда спроси, где новый выпуск? Халё. Халё? Я что, знаю немецкий? Халё. Как дела? А тогда скажи, это проект минимум? А, да, здесь проект минимум. Ставьте лайки. Блин. Да, блин, это образовательная твоя шарашкина контора, конечно. Там ставьте, слово не учат, да, вот это? Давай ждем выпуск, все. Швайнштайгер, хай Гитлер, хай док. Или сейчас нельзя это? Ну, так нельзя. Все, ладно, пока. Наверняка вы так здороваете себя. Привет, халло. Муж где? Далеко? Сейчас спрошу у него. Обнять можно супругу вашу на фотке обнять? Хорошо, разрешаю. Я как бы с вашим мужем поговорил. Сейчас вечером поедем кайфовать с вами в караоке, он разрешил. Реально? Да? Я вообще с Актау приехал сюда. Как у вас политическая там обстановка? Плохо, все плохо. Здесь маски заставляют носить. Здесь можешь, Кыргызстан. Нужен да. ПЦР-тест всегда или вакцина. Давай. Тут вообще охуенно. Обязательно вернусь сюда еще. Да, уже туда приеду, там вот так да. сделают. Откуда ты тоже? Я с Бишкека. Я местный человек. Че, как в Бишкеке у нас? Офигенно. Как у нас политическая обстановка? Офигенно. У вас как в Казахстане? Хуёво. Передай привет, недавно там хотел, чё там, как там, у меня всё нормально, у меня всё не хуёво, передай привет, недавно там хотел, чё там, как там, у меня всё нормально, у меня всё не хуёво, передай привет. Кисладки, бона. Чё там, как там, брат? У меня все нормально. У меня все нихуево, у тебя как все нормально? У тебя все нормально? У меня все нормально. Чем занимаешься? Перекупщик. Машины? Машины. Вот! Наконец-то! Думаю, недавно совсем камрюху, да, продал ты? Аккорд, аккорд. Смог купить себе куртку с меховым воротником. Да, это пиздец дорогая куртка, я в ахуе. Не то, что этот аккорд странный, да? Нет, аккорд еще дороже. Можешь тому, кто у тебя аккорд купил, правду сказать уже? Чего ты там подшаманил? Я ничего не шаманил. Да ладно, да, я, да. Единственный момент, она тянет вправо. Я хуй не знаю почему. Да. Походу удар в жопу был, и да. она вправо Оказывается, тянет. Оказывается, удар в жопу был, перевертыш оказался, утопленник, все стойки погнуты. Он в идеальном состоянии, кроме одного. У него левое заднее крыло было перекрашено, и он тянет вправо. Остальное все четко. Ну да. А ты ему это сказал с самого начала? Или типа, все, состояние зынг, идеал все. Честно, я ему ничего не говорил. Да, я сказал, не бита не крашена. Ага. И он сам такой, ну, вроде нормально, и жить. Да, лашпек, да, он оказался, да? Ну, лашпек, ну, блин. Какими свойствами должен обладать перекупщик, чтобы вот зарабатывать деньги? Ну, во-первых, презентабельный вид. Да, чтобы лашпеки все доверчивые велись, да? Да, да, да. А, второе. У тебя должна быть борода. Ага. Потому что две машины купил. Две машины купил у хачей. Две машины я продал хачам, туркам. Короче, в машинном бизнесе сейчас хачи рулят, да? Да. Давай, удачных продаж и побольше тебе лашпеков. Да, давай. Что? Тачка нужна, кстати? Не бит, не крашен. Я бы у него купил. Ну ты скажи, презентабельный. Ну, я видел эту машину. Ага. Ну она битая. Может быть. Ну да. Ну, по-любому. Любая машина битая. Давай соболезнования тому, кто купил ее. Соболезную тому, кто купил ее. Надеюсь, она тебе прослужит очень долго. Где-то месяцев 6, да? Где-то месяцев 6. А потом уже на СТО. А потом уже покраска и салон. А потом уже номера отключены будут у твоего конечно, кента. Конечно. Все по схеме. Бабки забрал и улетел. Отдыхать. Куда? На Качели Фест. Come on, come on, come here and get closer. I like the way you motion your hips. Ooh. Grab on your waist, a hand on your shoulder. We hit the dip and watch them all flip. Come on, come on, come here and get closer. I like the way I feel in your grip. Grab on my waist, my head on your shoulder. We hit the dip and watch them all flip. Что понравилось, что не понравилось? Какие-то, может быть, да, минусы, плюсы? Все понравилось, кроме того, что я потерял телефон. Какой телефон? Айфон. Какой? Пятый? Седьмой. Да что седьмой? Его и не жалко терять. Сейчас 13-й выжил. Ну что этот седьмой вообще? Вообще пустяк. Но кто найдет седьмой айфон? Пишите мне. Куда? У тебя нет телефона, куда тебе писать? Да, блин, замкнутый круг, да? Давай вот так, кто найдет твой айфон, пусть его в ЦУМ нулевой этаж. ЦУМ нулевой этаж, а продайте ты, да, на ты купишь этот, на запчасти. На запчасти. Ну, хороший совет, кстати, ты им нормальный дал. Да. Зря, да? Как концерт? Концерт дерзкий. Бомба! Души. Что понравилось, что не понравилось?
Ничего не понравилось. Но хороший концерт. Хороший концерт. Я уже третий раз. Давай, что давай. Ну не обижайся, я, блин, я, ну что ты? Вот я это... тоже хочу поделиться своим мнением. Да блин, ну давай, ну конечно, пофигу нам. Я давай, вижу, ты пока делись мнением, а я пока вот микрофон у себя подержу. Что там? А, вот так, да? Ну ты, давай свое мнение рассказывай, что там. Ну, классно. Ну, а микрофон не слышно же мне. Что говоришь? Потом ты следующий, да, будешь, что ли? Сначала мнением поделиться своим. Очень важно. Кому-то приветик еще, может, передашь? Давай быстрее, времени у нас мало. Уже домой хочется, уже устали, капец. Че там по-быстрому? Да все, не надо уже. Да ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну привет. Да, канату передай привет. Какому канату? Да откуда я знаю, у тебя явно канат есть какой-нибудь. Да, Урмат, давай. Урмат, давай. Улан. Все на У, да, ты, друзья, Урмат, на У. Урмат, Улан, Йоши. Да, Йоши, это откуда вообще он появился в этом Йоши, списке? А это вот этот человек. Ничего, а нормальное имя какое? Йоктур? Нет. А как его зовут? Дар. А, понятно. У тебя какое прозвище? А у меня Дусен. Можете Дуси назвать. Дуся? Дуся. Ну давай, Дуська. Все ты? Все, двинул. Все, спасибо. Йоси. Йоши. Эльдер. Извините, я, конечно, это с Дусей перепутал. Как бы. Да. Артисты, вот честно скажу, они бомба. Они вот реально классно выступили. Вот я даже голос надорвал, я нормально говорить не могу. В плане организации материться можно? Я вот пришел сюда в час и зашел я туда в 5 часов. И у меня отобрали все, что у меня с собой было. Что у тебя было? Что мама положила вот это вот? Картошечки тебе наварила, грибочки. Грибочки, да, вот это компотик вот налила. Это ладно, я вот ладно, сам не учел. Окей, я это оказывается конечно, не это косяк с тебя вообще, по идее. Хорошо. У меня полное, честно говоря. А так концерт прошел очень классно. Все классно повеселились. Было классно. Спасибо. Мы не организаторы, если что. Да, да. Ну, я так и понял. У него интервью долго берете, у меня вы быстро взяли. Что такое? Дусь, ну ты что? Елки, да? Не, вот это Дуська что-то. Что-то обидчивый, да? Что-то вообще, давай. Ну потом извинишься перед нами. Да, да. Ты нажал на ту же мозоль, а жаль, прости, прощай, прости, прощай. С этих пор я не дорожу тобой, лети звездой, мой дорогой. Здрасте, здрасте, здравствуйте, здрасте, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Вот это вот то, что вот... Вот это, которое вот это сделали, вот это... Всегда то, что вот это песни, вот это, вот это, громко, а вот это, вот это, другие артисты, а которые, вот это, толпа... А вы че? А я че? А он че? Мияги, Эндипанда, вот это что? Эндипанда вообще топ. Уже разговор нормальный. Вы же здесь уже, как бы, вот эти ребята, как бы, они нормальные, адекватные, да, их можно послушать, они нравятся, да? Вот это, Лухманапа! Вот это, Лухманапа! Вот это, кисло-сладкий! Вот это, который... Вот это, вот это, что? Наркоман, вот это непонятно. Ну, ты наркоман или нет? Она вас очень сильно любит, кстати. А что, она не подходит тогда? Это твоя любит. Девушка? Да. Блин, жалко. Давай ты отойдешь, ага. А то она при тебе не может меня любить. Хорошо. Давай, а пойдем сюда. Пойдем сюда. Что здесь? Ну давай, ладно, вот так поболтаем. Что там у тебя по настроению? Ну, нормально. Все нормально, да? Ну, поначалу было плохо. В чем было плохо? Я пришла послушать Ирину Кайратовну, но угу. Не попала. Ну, не попала. Почему? Да, потому что организаторы вот такие вот. Ну, ты же можешь посмотреть в Ютубе. Я не могу, я хотела вживую. Ну, посмотрите, ну, в Ютубе даже сама. Я хотела. Мияги, я вот, я до этого не любила их. И после теперь после них то же самое, да, ничего не поменялось. Нет, да? Обожаю. А что на тебя повлияло, почему ты обожаешь? Не знаю, они крутые, песни как, крутые. Подожди, ты что-то всех обожаешь, его, меня, Мияги. Давай ты определись, кого ты больше обожаешь, любишь. Обожаю больше всех, ну, парня. Так, какого? Вот, где он? Вот он. А вот ну, он. Так в жизни бывает, обернешься, его нет. Но есть другой рядом, понимаешь? Да. На кого намекаю, понимаешь? На вас. Ну, все верно? На втором месте кто, по твоей любви? На втором месте Тамби Рустам. Рустам, Тамби. Я, видимо, короче, там, видимо... А потом Мияги, да, четвертый? А потом я вас увидела, как вы там снимаете. Тоже влюбилась. И все, на вас смотрела. Капец, ты любвеобильная вообще. Да. Кого? Ты глаза завязывай, братан. Она кого увидит, любит сразу вообще. Давай кому-то привет. Передаю привет своей семье. Люблю вас. Их тоже любит, а что ж ты будешь его делать? Его тоже люблю. Ты вообще всех любишь вообще. Вы поженились уже, нет? Нет, еще. А, поэтому пока еще всех любишь, да? Да? И что, когда ты уже... Не знаю, жду, не дождусь. Ты, может, как-то ты намекаешь, может быть? Типа, тебе помочь, может быть? Да, давайте. Ой, блин, если вот она одинокая баба, конечно, не замужняя, придется, наверное, забрать. Нормально получается? Надеюсь, понял. А, надеюсь, это уже дается неделя. Вот так, и все, еще дальше. Не так скоро. А, не то, только за 2 месяца, нормально? Нет, давай год. Год я не вытерплю, ты что, да. Уже? Ну ладно.
5 слов о концерте. О, здрасте. Ничего себе. Типа, короче, ты нас не ждала. Тут стояла, губы, ресницы намуливала специально. Как чувствовала, наверняка интервью кто-нибудь возьмет. Популярити. Че там, популярити, как концерт? Классно, супер. Поначалу, конечно... Что там? Трезвая была? Нет, я не пью, я ЗОЖ. Ты ЗОЖ, ППФ, это вся фигня, да? Нет, стрейчинг и так далее. Спорт. Вот это. А ты спорт что делаешь? Ultimate фризби. Harold Fellwell, что это такое? Ты чего вы говоришь? Фризби? Ты тарелку кидаешь? Да. Это что, спорт? Ты честно? Ты... Вообще-то мы создали федерацию, это теперь официальный спорт в Кыргызстане, ребята. Блин, как же нам не хватало вот этой фигни вашей какой-то там, фризерс фризби. Нет, расскажи, давай, что это? Это как американский это футбол. Это которые собакам кидают, они зубами ловят. А, нет, это Ultimate Dog, а есть Ultimate Frisbee для людей. Правила давай объясни, потому что половина... Это очень тяжело на самом деле, просто зайдите Ultimate Frisbee, почитайте. Очень тяжело, что это? Кидаешь, а ловишь и все? Ну, там две команды, и, короче, нужно поймать диск в воротах соперника, вот. Тренируетесь вы где? В этом, в Ютубе смотрите ролики? В Ютубе просто ролики смотрю. Как играть в Ultimate Frisbee? Третий микрорайон, L-центр. Каждую субботу. Сколько стоит у вас заниматься? Нисколько, бесплатно, приходите. Ну, конечно, за бабки-то кто пришел вообще тарелку бы кидать? 5 часов. Сколько у вас человек играет? Ну, на самом деле уже очень много. 6 это немного вообще-то. Нас человек 40. 40? Это остальные что, не могут вид спорта нормальный выбрать? Что за 40? Вообще-то Ultimate Frisbee это классный вид спорта. Вот придете и посмотрите. Ладно, насчет концерта, насчет организации, что там? С самого начала, то, что собралась огромная толпа. Я думаю, уже об этом многие сказали. Еще никто, ты первая, кстати. Серьезно. Да. Чили Фест, вы крутые, но это было странно с вашей стороны. Они, получается, обещали открыть двери в 2 часа, но открыли в 3, по-моему. Я понимаю, есть всякие нюансы, но можно было потихоньку пускать людей, чтобы не было такой толпучки, потому что люди просто давили друг друга. Ну или хотя бы выдали бы вам одну летающую тарелку, да, и вы бы повеселились, вот это не просто так стояли, конечно, верно? Конечно, так надо было сделать. Давай, зови всех в субботу, приходите. Дай 5. Нифига, ты чё? Ну ладно, давай, ладно, все. Все прошло... На каком уровне? На высшем. Благодаря кому? Благодаря всем. Ну, в частности? Мне. Потому что вы как бы очень ответственно подошли... К этому делу. К какому делу вы ответственно подошли? Мы просто отвечали за порядок и следили, в общем, за концертом. Короче, пришли на халяву посмотреть концерт, да? Да. Хаджиме в сердцах. В чьих? Хаджиме в сердцах. В чьих? Наших. У всех в сердцах хаджиме, да, получается. Вот. Энди, брат, ты посмотрел мой сторис, но не отвечал. Брат, я хочу, чтобы ты отвечал на мои смс, пожалуйста. То есть он посмотрел, но огонек не поставил, да, твоим сторисом? Ничего не поставил. Я бы спел, но не знаю что. Судя по вам, наверное, вы хотите спеть группу Кино что-нибудь оттуда. Кино? Белый снег, серый лед, свися земле, дьяволом салтан за ней, брат, водной земле. Я могу как тебе. Да, попейте. Облака. Я хочу передать привет Кире. Кира, кто это? Кира, это мой друг. Который не смог посетить Качели Фест. А я тоже передаю ему привет. Заболел. Короной? Да, не вот. Совсем, но почти. Почти короной, да? Не совсем, почти короной, это что это значит? То есть он до короны не дошел, он не король. Кира, Кира, привет. Была очень отлично, жаль тебя. Да ты нет. Позвони ему уже и скажи это, что ты передаешь? Мы не хотим ему звонить. Закрывая небесный а над городом желтый ты. Да, привет, Кира. Кирюха, его Кирюха зовут или нет? Кутман. Все как сошлось. Будешь? Мама, не болей. Меня показывают по телеку, я знаменитый. Да, мы тебя вырежем, походу, теперь специально. А над городом желтый дым. Городу 2000 лет. Спангнета, джами, звезды по имени солнце. Половина моя, я дарю тебе всего себя, и этой ночью мы с тобой сгорали дотла, обжигала любовь.
Пошли вон, проститутки, наркоманы. Еще какие песни Мияги знаешь? Давай сразу попури сделаем из нескольких песен. Та любовь, 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 моя любовь. Сусо Павлиашвили? Меняем, следующая, поехали. I got a love muscle. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Колизей для демонов, ангелов, друзей, колизей. Подожди, тут тебе музыка еще. Слова и хорошего для всех. Колизей, наш мир. Братан, откуда взялся ты? Это любовь, 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 моя любовь. А, девушка, за концерт сколько заплатили? За 1800. А здесь за 300 можно. 300 давайте, и вот эти песни будете слушать. Нет, конечно. Нет. О, четвертый. 300 сомов. А тебе, что ли? Да. Споешь песню? Давай, какую? Какую? Какую знаешь? Какую я не знаю. Давай, миллион алых роз. Алых роз, из окна, видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен. Спасибо. No, 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 here, no, lay. Listen, Mary, don't hand up. I talk about the legalize. If you scared, shut the fuck up, man. If you scared, no, 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 feel, no, lay. Listen, Mary, don't hand up. О, Баке, вы чё? No, конечно, есть специально, вот без тяжелый. Люби меня, дорогая, терпи меня. Дорогая, прости меня за то, что раз. Я не вывезу ни капли твоих слез. А кайф? Потому что мне нормально. Я хочу сказать, вот это концерт. Давайте, проходите каждый день. Можно даже постоянно будет. Как каждый день? Все? Не, вот это я слушал, вот это... Кайфовые песни? Да, кайфовые. Не, раньше вот это кайфовые вещи я была. А сейчас, салам алейкум, вот это кайфовые вещи, давайте, делайте, проходите. Половину не понял, что вообще там. Ну, короче, нет. Чтобы все приходили, кайфовали. Да. Я, получается, уличный музыкант. Поешь. Зарабатываю, да. Давай, любую кайфовую спой, и мы этой песней закончим наш выпуск тогда. Давай. Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое. То мы откуда, откуда забегает. Шторы. Шторы, ёпрасте, шторы. Шторы, шторы, да. Шесть, шторы. Шторы. Кофеёк. Кофеёк, плюшки нас двинут. Объясните теперь нам, вахтёры, почему я на ней так звену. Это конец. Это конец. Этого. Это конец. Этого вы. Выпуска, ёпрасте. Это конец выпуска. Подписывайся. Нет. Подписывайся. Нет. Подписывайся. Подписывайся. На наш канал. А что за канал? Да сейчас ты поймешь. На наш канал. Не так классно. На наш канал. Да, мерзко. Вот так, хорошо. Проект. Кт. Минимум. Как еще раз? Да минимум. Минимум. Минимум, минимум слов. Минимум. Не то, просто. Минимум. Минимум, минимум слов. Да ты че, блядь? Это же без виски-ка. Давай. Минимум гэнгста. Нет, ёпрасте. Мы не можем закончить. Минимум. И прям потяни. Минимум. Все, давайте. Салам алейкум. Салам алейкум. Все, пацаны, завтра в школу. Погнали. Можете, пожалуйста, потихоньку, спокойно покинуть стадион. Только-только не толпитесь, пожалуйста, чтобы давки не было. Вообще никакой, если вас не затруднит. Чем быстрее уйдете, тем быстрее арена закроется. В смысле? Закрывается, нам закрыться надо. Мы сейчас закроем. У нас полчаса вообще выйти в общем. Полчаса, все выходим, все... Не будем. А по темным улицам гуляй дождь.
сегодня уже, наверное, не придешь. Мне тебя сейчас со мной нет. А по темным улицам гуляй Знакомьтесь, это Бонни. Сегодня она будет учить алфавит. Буква А. iPhone. Это буква П. Popularity. Это буква К. Кисладкий Бона. Это буква Ё. Йося. Йоши. Буква Д. Дуся. Дуся. Это буква М. Мне нормально. Это буква О. Обжигала любовь. Буква Х. А, халё. Это буква Т. Да вот так сделаем. Тебе, но ты игноришь. Оставлял я номер свой, но ты мне не звонишь. Да и фиг с ним, ну что там, как дела твои? Устал я пересматривать все выпуски старые. Давай рассказывай, что у тебя нового. Кстати, вон тот очкастый, куда делся он? Вы что, поссорились? Или кинул он тебя, а? Пусть лишь попробуют, я выбью дурь из него. Ты это слышишь каждый день, но я серьезно. Надеюсь, что в какой-то век я получу ответы на вопросы. Мне ответь, я же жду. Сижу, скучаю сильно. Все, давай, до связи. Твой Тиля. Остыл твой чай за интернет. Давно ты заплатил. Ютуб уже целых два раза. Ты взял и обновил. Но просто невозможно уже ждать. Мой Денис, ты так и не ответил мне. Наверняка мое письмо ты просто не заметил. Ну ничего, напишу новое. Мне не сложно, моя любовь к тебе гордости дороже. Эй, Дэн, я не псих, мне это важно. Важнее даже, чем выпечка домашняя. Да, пирожочки домашние, это тема. Тесто мягонькое, с картошкой, с мясом, можешь джемом. Ой, сорян, отвлекся я немного. О чем это я? Ах да, насчет твоих влогов. Дениска, почему так часто пропадаешь? Наверное, от фразы этой ты уже рыгаешь. Моя девушка начинает ревновать к тебе. Но покуда знать ей о нашей дружбе, а? Да, друг, надеюсь, ты ответишь мне. Я жду, давай уже скорее, мэн. Напиши мне, чтобы мы вопрос уже закрыли. Обнял, приподнял, хрустнул, твой Тиля. Остыл твой чай за интернет. Давно ты заплатил. Ютуб уже целых два раза. Ты взял и обновил. Но просто невозможно уже ждать. Этот свежий выпуск твой. Скажи, когда новый минимум, минимум. Эй, Джумбасский, ты чё попутал? Я вижу, что ты онлайн сейчас в эту минуту. Готингисский, да ты кто что ли, а? Ну держись, Сигей, я уже в пути, я скоро. Я найду тебя, переверну вверх дном этот чертов город. Не так, что мне, Сигей, дорог. Ладно, прости, прости, я на нервах. Но ты, Сигей, ведь это ты начал все первым. Что, тяжело просто взять и ответить, а? Я из-за тебя, Сигей, сегодня не был на обеде. Я хотел лишь одно письмо, один звонок. Вместе мы могли бы быть, но ты,
все портишь. Оборвал крылья мне, теперь спишь спокойно. Я в бешенстве, ну что, Скейн, доволен этим? Тебе, конечно, не важно, что мои чувства задеты. Между прочим, сегодня по-киевски котлеты. Так, ладно, Гёрд, все, мне пора. Последний раз пиваю твой адрес. Торопясь, ухожу, может быть, еще успею на закуску я. Ой, черт, все это время я пишу другому русскому. Остыл твой чай за интернет. Давно ты заплатил, YouTube уже целых два раза. Ты взял и обновил, но просто невозможно уже ждать этот свежий. Привет, телег! Прочитал я твои письма все. Я очень рад, что ты был искренним, не как все. Ты что-то писал про обломленные крылья. Эй, мэн, ты без них летать умеешь, верь в себя. Тот парень очкастый, он просто уехал в другую страну. Когда новый выпуск, как только так сразу. Пиши и дальше, мы читаем все комменты. Подписка, колокольчик, вот эти вот моменты. Твои котлеты, надеюсь, ты успел, как хотел. А то у нас и так слишком много накачанных тел. И ты сейчас сидишь довольный с улыбкой у монитора. Ну все, давай, пока, приятного просмотра. Никому не отдал, вот, остался, потому что я один сижу тут в кухне. Там нет у меня моего хоуми, который заберет письмо. Идти колотить. Вот, я вот так писал, кстати.